Итак, пик весеннего паводка сразу в нескольких регионах России. В Свердловской области от большой земли отрезаны десятки населенных пунктов, в которых проживают почти 3500 человек. Затоплены мосты, дороги, приусадебные участки. Жители пострадавших поселков обеспечены продуктами и медикаментами. Все завезли заранее. В Хакасии спасатели следят за ледовой обстановкой на реке Абакан. В случае образования заторов их будут взрывать. Сейчас в воде более 100 дач, но жилым домам пока подтопление не угрожает. А в Волгоградской области специалисты ликвидировали ледовые заторы в районе Великого Устюга. Благодаря этому удалось избежать затопления населенных пунктов. Там уровень воды в реках уже начал снижаться.